государственным унитарным предприятием «Конструкторским бюро приборостроения» противотанково-ракетного комплекса третьего поколения «Корнет-Э» открыл широкие возможности по созданию на его базе мобильных многоцелевых огневых средств, способных в условиях современного боя увеличить плотность огня за счет повышенной скорострельности и возможности применения залповой стрельбы. За счет мобильности, большой дальности, помехозащищенности и высокой точности стрельбы они неожиданно наносят неотвратимый удар по противнику. Одной из разработок мобильных комплексов управляемого вооружения является автоматизированная пусковая установка «Квартет». Пусковая установка «Квартет» представляет собой малогабаритный модуль, конструктивно выполненный в виде вращающейся турели. На четырех симметрично расположенных направляющих размещены четыре ракеты комплекса «Корнет-Э», наводящиеся по лучу лазера и всегда готовые к пуску. Для обнаружения цели, слежения и наведения ракеты на цель имеется оптический прицел, прибор наведения и тепловизор. Слежение и наведение осуществляется с помощью электромеханических приводов или ручных дублеров. Питание электронной аппаратуры комплекса осуществляется от источника постоянного тока напряжением 27 вольт и включает в себя пульт оператора, блок встроенного контроля, электронный блок, блок пуска. Все эти блоки размещаются в свободных объемах боевого модуля. Оператор размещается на регулируемом по высоте сидении в центре вращающейся турели, где ему обеспечено удобство работы с пультом управления, приборами слежения за целью и наблюдения за окружающей обстановкой. С помощью встроенного в систему специального электронного блока осуществляется автоматический контроль за работоспособностью комплекса. Боекомплект, как правило, размещается в грузовых отсеках. Количество ракет боеукладки определяется только типом и габаритами используемых транспортных средств. Пусковая установка монтируется на транспортные средства через адаптер, являющийся основанием для установки погона. При размещении пусковой установки «Квартет» вес боевой машины без учета возимого боекомплекта увеличивается на 480 кг. Выбранная модульная конструкция установки «Квартет» позволяет размещать ее на различных машинах типа БМП, на войсковых колесных автомобилях повышенной проходимости, а также на стационарных позициях. Одним из вариантов создания легкой боевой противотанковой машины с дальностью стрельбы управляемыми ракетами «Корнет-Э» до 5500 метров является размещение автоматизированной пусковой установки «Квартет» на базе армейского автомобиля «Хаммер». Пусковая установка «Квартет» обеспечивает ведение стрельбы при углах наведения в вертикальной плоскости от минус 10 до плюс 15 градусов, в горизонтальной плоскости плюс-минус 180 градусов. Скорострельность при стрельбе на максимальную дальность составляет 2 выстрела в минуту. Возможно, залповая стрельба двумя ракетами в одном луче по одной особо опасной цели. Использование двух типов высокоточных ракет, кумулятивного и термобарического действия, в сочетании с большой дальностью, помехозащищенностью и мобильностью, делает автоматизированную пусковую установку «Квартет» наиболее опасным и неуязвимым видом вооружения для противника. Низкая трудоемкость, простота и малая стоимость монтажа пусковой установки позволяют без больших затрат создать или модернизировать существующий парк противотанковых средств на базе находящихся в эксплуатации боевых машин или любых других носителей. Итак, новый, высокомобильный вид вооружения, разработанный конструкторским бюро приборостроения, не имеет аналогов в мире по боевой эффективности, и с учетом прогноза развития бронетанковой техники обеспечит перспективу своего жизненного цикла на длительный срок. По всем вопросам приобретения нового мобильного боевого модуля «Квартет» обращайтесь к непосредственному разработчику и изготовителю, конструкторское бюро приборостроения, лидеру в области создания высокоточного оружия, самостоятельно ведущему внешнеторговую деятельность.